Всем привет! Итак, бетонировали стены. Как вы уже знаете, по ролику я снимаю по постройке домика. И бетономешалка вдруг начала выпендриваться на нагрузку, когда ее переворачиваешь. Думаю, странно. Когда включаешь ее, выключаешь кнопкой, куда вращение задашь, туда она и начинает вращаться. Такого не было, думаю, что за фигня. Ни запаха не было горелого, ничего. Но когда сняли крышечку, вот это вот, увидели, что обмотка там нормальная. Вот. И сразу пошел запах. А запах пошел откуда? А вот откуда, с конденсатора. То есть наш самый конденсатор просто пришел в негодность. Видим, что конденсатор 10 микрофарад. Поэтому просто заменим конденсатор. И все, думаю, будет нормально. Вот так вот.